Что? Вот это, блин, вот это тупо просто. Чего? Всем привет, дорогие друзья! Сейчас будет разрыв! Бетка вышла! Ура! Ее хотели закрыть, ее закрыли, и она вышла! Да, да, да! Это будет первый взгляд, первый обзор, поэтому не ругайте меня, пожалуйста! И, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, потому что будет очень много видео по Бетке. Собственно, давайте вот запись видео, погнали! Ребят, все вырезали, много чего вырезали. Заходим в Бетку, я не знаю, у меня радость, я обожаю. Сразу видите новое лобби, окей. Новое лобби сразу увидели. Так. Очень все плохо с переводом, максимально все плохо с переводом. Чтобы вы понимали, просто типа, уже открыл режим чистилища, уже открыл. MVP, чем больше вы попыток сделаете, тем выше шанс получить главный приз. Как только значение удачи достигнет максимума, вы гарантированно выиграете главный приз. Золото пурпур, покажи свое благородство. Поражение, чего-то не скачено. Ваш напарник убит, отмена. Отмена это отмена. Отмена это скачать, поняли? Короче, дофигища всего выйти, это называется дуо. Короче, много-много всего. Давайте сразу заберем всякие штуки. А, я уже забрал одну штуку, вот, можно забрать, оп, вы сами видели, что написано было? Это жесть, так, начать игру, короче, с переводом реально все жестко, прям вообще максимально все жестко. Давайте, может быть, на английский язык перевести лучше сразу, ребята, чтобы вот проблем вообще не было. Окей. Давайте перезайдем по фасту перезайдем и будем смотреть. Ну, ребят, поставьте, пожалуйста, лайки, потому что я максимально рад Бетке. Реально, максимально рад Бетке, я попал на Бетку. Ребят, ссылочка в описании будет, как скачать, просто все будет ладен. Ну, на английском языке, по идее, всегда должно быть нормально. Может быть, потом русский, конечно, исправят. Но с пробуждения Хаята у нас много всего. Заходим, ну давай быстрее, я уже хочу в каточку зайти. Я хочу сейчас по-быстрому все посмотреть и в каточку зайти. Хочу Бермуду 2-0. Так, перевод. Вот перевод, здесь нормальный. Здесь нормальный. Что ты, Deathmatch? А, Team Deathmatch. Конвой, Краш, Ган, Кинг. Ладно, погнали, все, ладно. Так, тут мы все посмотрели, да? А, у нас новый персонаж. А, погнали в стор. В сторе. А, new. А, новый питомец, пингвинчик. Не, ну круто выглядит, круто, реально. Блин, у меня все падает. Ну, ребят, это лайки. А, Лукас. Ну, ты будешь им анимацию показывать, нет? Да. Футбольчик, мальчики приходят, там, что-то там. Top goal scorer. Так, это фрифайровский костюм, который скоро должен был появиться. А, скидки 70%, ну так, ну сделали как сделали. Тут больше вроде бы ничего нет. Да, походу тут больше ничего нет. Это новый, по-моему, ивент. Короче, это, по-моему, типа тайного магазина. Так, тут что у нас? А, тут ничего. Гифты, редем. Тут... Если кто-то что-то заметил, напишите, ребят, не вижу. Сразу в коллекцию отправлюсь, ребят, сразу же в коллекцию. Баннеры, окей, аватар. А где эмоции? А! Ладно. Так, погнали эмоции посмотрим, ребят. А, я понял, короче, эмоции скрыты, ребят, эмоции скрыты.
То есть последний у нас как раз таки вот это было, и из всех вот этих I am rich, make rain, они закрыты, только Dust Off открыт, собственно. Окей, хорошо, хорошо. Так, погнали питомца, питомца. Новый питомец, какой у него навык? А, да, производит одну стенку в 120 секунд на первом уровне. Давайте его сразу же купим с вами. Ребят, за это лайко ставим прям сразу же, моментально. Покупаем. Кот Крюкрутилейшн, просто. О, прикольненько, кстати, выглядит. Отвали. Так. Топово, топово, топово. Так, а, персонаж. Пробуждение Хаятой. Как круто. Что, что переводит? Подождите, дайте, дайте перевод сделаю. Дайте перевод, 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 перевод. Жесть, жесть, жесть. Что он делает? Что он делает? Определите язык, давай. А, так. Приостановить. Уменьшает любой урон. Любой. Фронтал. Любой. На 25% на 5 секунд. Так, а если на максимуме? А, я не знаю, я не смогу посмотреть. Awakening. Да, я не могу его посмотреть, потому что все закрыто. Это будет уже на релизе, когда мы, ну, будем смотреть. В общем, как всегда, нужно будет всякие игры играть. И только тогда ты получишь себе... Want my fist or my blade? Get too close, and you might get burned. Get too close, and you прикольно, might прикольно, реально прикольно. Так, хорошо. А где остальные персонажи? Подождите. Change? О, все. Так. Лукуета. Need me to kick something? My friends call me Hattrick. Need me to kick something? Top goal scorer at your service. Так, а level up на максимуме. Ну это круто. 9 хп, ты восстанавливаешь за убийство, и ты поднимаешь свое максимальное количество хп. То есть у тебя будет буквально сколько? 9, ну 3-4 кила, 4 кила, чтобы у тебя было всегда 235 хп, 235 хп. Это круто, это реально круто, это топово, это топово. Это будет один из самых популярнейших новых персонажей. Хорошо, по ссылкам ничего нет нового. Так, окей, я там гильдию, если что, ребят, как всегда создал. Member list. Почему никто не хочет в мою гильдию заходить? Почему никто не хочет в мою гильдию заходить? Короче, у меня, как всегда, есть гильдия. Ребят, заходим в гильдию. Так, по идее, в принципе, здесь все, что мы делаем. А, погнали Бермуду. Бермуду 2.0. Давайте вот конвой. Я не знаю, что это такое. Походу, конвой не получится, ребят. Ставьте лайк. Калахари не хочу. Я хочу к Бермудам. Есть? А, можно? Давайте в кастом зайдем. Бермуда Clash Squad. А можно поставить карту Бермуда 2.0? Нет, нельзя поставить карту. Observer, Detspector, эмуляторов. Эмуляторы будут запрещены в комнате. Им просто не будет позволено заходить даже. Гениально, гениально. Главное, чтобы это все работало. Вот это топ. Кто согласен, это что это топ, ребят, лайки ставим. Так, ну тут, в принципе, ничего больше нет. Ну, блин, я не хочу запускать карту обычную. Да ладно, давайте в тренировку сходим. Там 100% должен... Там 100% должен быть... Минимальный левел? Да отвали ты, ладно, давайте. Бермуды, классические бермуды. Запускаем классические бермуды, ребят. Оп! А, стартовая локация будет новая сейчас. Чего, блядь? Чего? Что? Вот это... Блин, вот это топово просто. Чего? Офигенная стартовая локация. Что там? Там какие-то точки непонятные. Третья годовщина! Я обожаю Free Fire. Free Fire это топ игра, просто уделывает все игры. Просто отдыхайте, PUBG, Rules of Survival. Просто обновление за обновлением. Клепают всегда что-то годное, и ты такой сидишь, чего?
И ты такой можешь это пощупать, и не нужно год ждать, так как на китайской версии, там, других игр, поняли, да, о чем я? Просто охрененно, я не знаю, что мне говорить, у меня даже слов нет. У меня какой-то новый навык? А, это как раз таки навык питомца, понял. Так, новая карта, а теперь буду 2-0. Так, у нас осталась старая Бермуда. Осталась старая Бермуда. Я, в принципе, ничего не вижу сверхтопового. Ну, типа, все как обычно. Все как обычно, ребят. Типа, камон. О, слышали, но... Вылет, анимация вылета новая. Просто полностью переработали анимацию вылета и звук. И, типа, ты прям выпрыгиваешь с самолета. Прикольно. Мелочь, но приятно. Реально мелочь, но приятно. Воу! Воу-воу-воу, это как? Да, даже парашют, когда ты открываешь, тоже. А как переключить? Так, окей. Чего? Ты что тут делаешь? Что вы от меня хотите? Отстаньте от меня. Дайте мне сделать обзор. Я знаю, что АУГ должен быть. АУГ должен быть обязательно. АУГ. Там нет АУГ. Там нет АУГа. Короче, ребят, АУГа пока что нет. Чтобы вас не напрягать, давайте вот сразу перейдем к чему-нибудь интересному. Поэтому переход здесь должен быть. Вот оно, ребят. Бермуды 2.0. Бермуды 2.0. Качаем. Так. И мы сейчас, по идее, должны очутиться на Бермуда 2.0. Я так и не понял как, но все равно. 2.0, скачать, скачать. Да, да. Да, да. А больше я никак не могу выбрать. Не знаю, вот тут можешь, нет? Нет, не могу. Не могу. Не могу и еще раз не могу. Бермуды 2.0. Ты издеваешься? Короче, ребят, Бермуды 2.0 засниму, как только появится возможность. А если что-то еще интересное найду, естественно, там много всего, еще будут добавлять тоже много всего. Ожидайте, буквально следующие видосы будут только об этом. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на мой канал. Я для вас снял бетку, вы можете все скачать. Всем спасибо, всем удачи, всем пока, увидимся уже в следующем ролике. Ну, много будет инфы, всем пока.